Конфликт уже в прошлом. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. Указом президента Азербайджана от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Эти территории являются составной частью Азербайджана, и ни о каком статусе речи быть не может. Такое заявление посла США неприемлемо. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева, комментируя слова посла США в Армении. «Мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен. Он останется в повестке Минской группы». Абдулаева отметила, в то время как трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года в регионе создались новые реалии, в том числе нормализация отношений на основе принципов международного права, такое заявление представителя США служит обострению ситуации и создает необоснованные ожидания у другой стороны. То, что представитель страны-сопредседателя ОБСЕ выступает с таким заявлением в то время, когда обсуждается дальнейшая деятельность МГОБСЕ, наносит ущерб будущей деятельности Минской группы. Отметим, что ранее в субботу армянские СМИ распространили заявление посла США в Ереване Лин Трейси о том, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается в повестке переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Трейси считает, что 30-летний конфликт и напряженность невозможно разрешить за одну ночь, заявила о фундаментальных вещах, которые для нас важны. «Мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен. Он останется в повестке Минской группы». Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.